Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, проявится ли он, либо же кто смотрит на женщину, она к вам. Проявится ли? Так. Знаете, как могу сказать? Вы точно не собираетесь проявляться. Вот вы ждете от, да, него, либо же нее ответ, потому как здесь выходят и мужские, и женские энергии. Вижу, что здесь зрители есть и мужчины, и женщины. Ну а проявится ли загаданный человек? Да, да, по шестерке мечей здесь проявится загаданный человек однозначно. Ну потому что уже не сможете его, знаете, вот будет колбасить так, что здесь, кстати, идет информация о том, что человек даже может быть случайно нажмет ваш номер телефона, либо же будет отправлять кому-то сообщение, а сообщение придет к вам, понимаете, по дьяволу здесь уже такие, знаете, как грязные игры могут быть, либо же человек будет находиться под влиянием, ну, определенных, не знаю, алкогольного, либо же другого опьянения, когда вот в этот момент, знаете, будет брать телефон и случайно, прямо случайно здесь будет появление, проявление к вам. Нет, вы действовать не собираетесь, и знаете как, вот мужчина, вот я, мужчина, причем будет, у кого прям мужчина будет проявляться, он будет либо же в социальных сетях где-то там просматривать информацию и где-то нажмет кнопочку и раз вам звоночек, либо же сообщение будет отправлено. Ну что же, ставьте лайк до исполнения, пишите, принимаю, благодарю, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.